Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это игра Flower, цветок. И мы играем за ветер, то ли за ветер, то ли за лепесточек цветка, который восстанавливает мир и делает его краше. Это третий час игры. Наверное, час. Я что-то как-то не засекала время. Вот, и я решила пройти, в принципе, эту игрушечку до конца, чтобы было уже понятно, что тут за финалы. А мы с вами близимся к финалу. Вот, наш супер лепесточек вершит чудеса. Я хочу посмотреть назад. Да, там мы вроде все сделали. Вот. Игра довольно симпатичная, интересная, но сложная. И сложная не в том, не в игре в самой, не в геймплее, а сложная, черт возьми, в управлении. Вот. Мы летаем этим лепестком. И на клавомыши это очень трудно делать. То есть фактически ты управляешь им одной рукой, мышкой, и такое себе. В общем, совсем такое себе. Вот, например, вот что я сейчас пытаюсь спуститься, пытаюсь попасть в этот лепесточек, который почему-то мне... Это уже не я делаю, это делает игрушка сама. То есть, таким образом... Как бы да, интуитивно нас ведет, но есть огромный шанс что-либо пропустить. Мне так кажется, что что-то мы все-таки пропустили, да? А, вот эти синие цветочки мы пропустили. И вот... А это было важно, чтобы травка тоже стала зеленой. А еще важно нам попасть вот сюда, вот. Как это все туго. А вот еще, видишь, цветочек, мы его пропустили. Ага. Вот это мы должны разрушить. Как говорится, уж делать так делать, сделать до конца. Так, еще что-то. Еще где-то что-то. Почему-то дом этот остается у нас черным. Давай уничтожать эти металлоконструкции. Вот тот вот дом. Я вижу, почему он черный. Вот где у нас штука-то висит. О, теперь все в порядке. Теперь микрорайончик хорош. А здесь почему-то темно, темный угол. Явно тут у нас тоже что-то такое. Дорога тут у нас не охвачена. В какой-то момент в предыдущей серии я сбилась с этой дороги, поскольку там надо было развернуться, еще что-то. И вот видите, что осталось? Вон там еще осталась железка. Нет, верни меня. Не дает мне вернуться, зараза. Так, вот здесь еще у нас остались... Ниже опустись. Цветочки не собранные.
из железка. Так, ну да, есть шанс пройти второй раз, то есть сделав такой круг по этой трассе. Давай выбьем все эти железки с нее. И попробуем собрать все цветки, может тогда она оживет. Что-то мне кажется, что нет. Да, ну, в общем, такая работа для перфекционистов. Угу. Так, а вот теперь дадут ли мне развернуться? И не дают. Разворачиваться не дают. Куда меня кинуло? А, на дорогу все-таки. Ладно. А как мне вернуться обратно в тот микрорайончик, который мы с вами раскрашивали? Вот как-то... Ну как? Летаю по кругу. Это мы с вами знаете, куда вернулись? А, вот, смотри, вниз. Вот этого я не видела, что тут еще и вниз можно. Чтоб больше зеленой травки было. Ой-ой-ой. Что-то там такое произошло. В смысле, а почему я сюда не могу? Меня туда не пускают. Тут прям вот невидимая стена. Ладно. Вот здесь тоже много было пропущено. Давай попробуем все соберем. А, ну и вот мы опять по кругу. Это же вот этот знак, да? Куда? Давай сюда попробуем. А, вот, и по этой дороге я не сильна в дорожных развязках. А уж тем более, когда ты летаешь за цветок. Да, и таким образом вот мы сюда и придем в этот серенький городочек. Да, но мы же тут как-то преуспели, что-то раскрасили. И даже травку частично. Но не всю. Хотя, возможно, что это просто тени от домов, а не черная трава. Трудно сказать. Я и так тут уже запуталась. Ладно, давай смотреть. Мы должны уничтожить все вот эти железки. Вот, а тут вообще все плохо. Ой-ой-ой, там главная, там центральная, главная, злая. Очень злая башня. Так, ну и что? Я боюсь, что мы сейчас потеряем всю нашу силу цветочную, ветреную.
А, вот где еще железки. Что-то как-то я их не заметила сразу. Угу. Потихоньку. Потихоньку. Опять развернулись. Слушай, а тут смотри, внутри еще есть цветы. А я могу туда внутрь залететь? Нет, здесь нет. Ну, а теоретически, наверное, как-то можно. Я думаю, что очень даже можно, но как? Может, сверху? Не пущайте нас туда. Ладно, пойдем бить железки. А там новые выходят. Видали, что творится? Как, подожди, до этой добраться? Что-то нее тоже не пускает. Там невидимая стена. Так, или у меня тут это, на скорость надо. Далее он какая-то прям порча. На домах порча. Давай попробуем. Здесь устроить кегельбан. Но что-то явно все равно не то. Потому что я вижу, что... Слушай, ну елки с палками, тут вообще кошмар. С ума сойдешь. И, честно говоря, уже мутит от всех этих вращений. Не-не-не-не-не. Ну все, не разбили. Куда меня портануло? Это не я, он сам. Он сам вырвался. Ладно, вырвался так вырвался. Куда мне теперь? А, малёля, где я? А, вот. Давай разобьем все. Дю-рю-рю, музыка играет, победная музыка играет.
Так, ну вот, отсюда мы пришли. Дай-ка я выйду. Развернусь и посмотрю. Очень не хватает обзора вот такого, чтобы прям вот наверх посмотреть. Что-то понять. А еще лепесточки очень мешают обзору. Не, эпичная музыка, я все понимаю, но мне как-то, наверное, надо наверх, что ли. Но я не вижу, куда. В сеточке мы застреваем. Вот сюда он не проходит. То есть... Нам надо как-то... И вон, я вижу, да, я вижу штуку наверху, но... Дальше. Так, еще что-то там есть. Где я? О, елки, я вижу там. О, да. Цветочки, цветочки плененные. Ну, почему мы не движемся туда? А, вот как. Что ж вы делаете тут? На этом. На железках. Так, ну разворачивайся, почему нет? Ага. Нас протонуло-то. Так, и как? Мы это тоже должны разбить? О-о-о-о. Ай, надо было ставить вебку, чтобы увидели, как я этим управляю. У меня тут уже стол весь укатан. Я мышью вожу вот сколько стол? 60 сантиметров от края до края. Ой, ну это уже было автоматически. Ура! Вот она, звезда пленительного счастья. Я не знаю, что это. А, это окошко. Наша комната. Это просто была незаконченная стройка. Дерево жизни. Все-таки какие-то артефакты остались, вот эти железные. Хоть их покрасили в белый цвет и розовый. Лепота, красота.
Мы постарались. Мы что-то сделали в этой жизни, будучи ветром. Ну и в городе стало, наверное, немножечко... А, вот она что, эта серая стена раскрасилась, голубое небо, птичка. Да, в городе стало явно приятнее жить. Бедный цветочек, и надеюсь, тебя будут поливать. Так, ну что ж, я так понимаю, что это все. У нас появилась картиночка. Давайте посмотрим, что это значит. Это называется «Спасибо за то, что поиграли». И мы до сих пор управляем лепесточком. Flower. Создана That Game Company. Компания — это игра. Или та игра. А это тут... разработчики. Ребятки, ну извините, вы сами сделали такое управление. Я не смогу вас посмотреть всех, наверное. А, и буквы при этом улетают. Эй, забавно. Слушай, вот ты прям такой очень неподдающийся разработчик, Даниэль Хаас. Так, а, вот оно как. Смотрите-ка, игра с титрами. Забавно. При этом мы чего там сделали? Камни разбили. Ладно, пошли посмотрим дальше, что они говорят. Additional кредит. Ага. Ребята, если над этой игрой работало 1000 человек, я надеюсь, я не должна все 1000 цветков разбивать. Отдельное спасибо. Отдельное пожалуйста. Ну, давайте облетим их всех. Посмотрим. Это, кстати, мне классно, мне нравится. Чтобы было интересно смотреть титры, устроить такой небольшой интерактивчик. Да? Хорошая идея. Что еще? Кого мы еще тут не знаем? Кого-то не открыли? А! А че ж ты молчишь? Я только наловчилась управлять вашими ветрами. Чё-то кого-то я все-таки не открыла, да? Потому что камни не раскрылись. Ну и в самой игре, в принципе, друзья, это была такая обзор, но у меня не стояла задачи прямо вот так вот все открыть. Видишь, вот тут вот как-то... Или, может, оно откроется, когда мы вот здесь всех откроем? Вот, не стояла задача открыть все-все-все эти самые... прямо вот все цветочки собрать, все цветочки. Это обалдеть можно, но этим можно заняться, потому что, в принципе, наловчившись, скажем так, с управлением, можно и поиграть в эту игру. Она вполне милая. Вот, провести вечерок. Никуда не торопясь. Времени тут нету. Единственное, конечно, уровень, который был с электричеством, которое тебя шарашило, вот он был такой, да, напряженький.
Так, все мрачно, все. Скажем так, да, все было под напряжением. Поскольку игра была про напряжение, уровень. Про высокое напряжение. Чего, почему вот здесь вот черное? Странно. Ладно. Кого-то мы тут не открыли. Вот. Хастинг. Хастинг нам не дается. А из-за того, что его не видать издалека. Во. Что у нас еще тут? Пошли, зайдем. Так, мы здесь все? Может быть, все, а может быть и не все. Не знаю, вот эти скалы-то как-то не открылись. Кого-то кто-то тайный. Тайные тестеры. Или кто-то еще. Кого-то мы не открыли. Ну ладно. Сами виноваты. Не хотите быть найденными. Additional credits. Santa Monica Studio. Технологии. Технологии. Продюсер. Еще один. Дизайнер. Дизайнеры молодцы. Дизайнеры прям вот хорошо. Главный дизайнер. Ладно, дизайнер. Почему вы так сдизайнерили, что вас не открыть всех сразу? Давай-ка спустимся вниз на главного дизайнера. Я ж его не окучила, да? Или окучила? Не окучила. Вот, давайте пройдемся по всем остальным. Аккуратненько. Эй, мышь. А даже интересно, вот про SEO-маркетинг. Правда, интересно пройтись, и я не знаю, там может даже и не вчитываться, кто что. Ну вот клип. Клип тебя мы пропустили. Че, развернемся к клипу? Пошли. А то че ж он обиженный останется. Еще не факт, что мы сможем на него попасть. Чип. Он не, не клип, он чип. Извините. Вот. Свет подали. Можно перейти дальше. Музыка. Винсент Диаманте. 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 Да, интересно. Давай, давай. О, но. Опять кого-то пропустили. Да, как я и говорю, музыка неплохая. Ну, скажем так, звезд неба не хватает, но она тут нужна скорее фоном. И нету каких-то таких моментов, чтобы она там напрягала или что-то раздражала. То есть, ну, играет и играет себе. Вот. Так, кто там у нас? Вот эта парочка желтенькая. Это менеджеры.
А, да, 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 вот этот вот замечательный сток сена. Звуковой дизайнер, давай мы его подберем. Че он тут один останется на стогу сена? Вот так вот. Так, ну что, нам еще выше? Тут у нас тоже что-то есть. Очевидно, да, только я застряла в заборе. Где я, мама Люлик? Эй. Нет, вот, да, вот эти вот моменты тоже, которые вот они вот, ну никак ты их не развернешь. Потому что тут стоит чертов забор. Поэтому нам стоит просто-напросто как-то вот так вот развернуться и продолжить. Вот, теперь все. Все бутончики. Всех менеджеров бутонных мы с вами тоже поймаем. Что у нас тут такое? О, вода. Ах, а почему в игре не было это реализовано? Смотри, как здорово. Водичка. Было бы интересно, если бы... Хотя, ну, ветер под водой не может. Но если бы какая-то игра была с водой, было бы тоже, наверное, интересно. Что такое? Там кто-то остался? Угу. Ну, так давай мы туда доберемся как-нибудь. Нет? А, вот они, глобал платформ. Вот они, эти уровни ужасные, где бьют током. Здесь тоже нас будут бить током. А мы сюда и не попали. Совы кричат. А мы можем это разбить? Не, не можем, потому что у нас нету этого сильного шарика. Хорошо, давай попробуем все-таки забрать эту штуку. Так. Ага, так и что-то происходит. Окей. Но при этом мы очень далеко отлетели. Вот у нас есть еще целая группка. О, тестеры! Тестеров сюда посадили. Сюда посадили тестеров. Я уж не знаю, как они это что тестили. Возможно, не знаю, может быть, они играли на геймпаде. Но мне кажется, что когда игру тестишь, надо тестить ее на всех доступных средствах. Вот, и на мыши она ужасна. Блин, Валенсия. Так, хорошо, подожди, сейчас мы тестеров, возможно, и всех охватим. Если у меня получится программ-менеджер групп. Вот туда, вот туда. Давай, хватай. Один тестер остался. Какие цветные листочки, лепесточки у нас. Вот. О. Все, мы же всех поймали. Да. Угу.
Соловей, между прочим, поет на заднем плане, и сова кричит. Sony Computer Entertainment. А это даже непонятно кто. Это опять какие-то тайные. Ага, ага, ага. И те, кто сидят совсем, совсем наверху. Не то, что тестеры наши. Угу. Так, это всякие интертеймеры. Мне что-то сейчас кажется, или, ну, обычно очень много всяких разработчиков, даже в таких инди-играх, а это, безусловно, я так понимаю, инди-игра. Вот, у нас всегда очень много-много людей, которые создавали. За исключением Vampire Survivals. Хотя там тоже уже. Вот. Поэтому я не рассчитываю, что нам будет что-то за то, что мы откроем всех. К тому же мы, по-моему, не всех открыли, да? Из-за того, что ничего не произошло. Да, кого-то мы пропустили. Кого-нибудь менеджера мы пропустили. Нет, не похоже, чтобы. А, да, пропустили, смотри-ка, потому что осталось название. Вот, поэтому ничего не открывается. Где ты, пропущенный цветочек? Теперь вроде как все. Не, а что дальше-то? Ладно, поехали по этой дорожке. Ага, экстра кредит. Они просто пойдут так. А наши лепестки улетели. Это очень странные надписи. Я могу как-то... Нет, я больше не могу управлять. Звездное небо, совы, соловьи. Игра заканчивается. Вот, друзья, что ж, это была такая вот игрушечка. Еще раз она называется Flower. Просто Flower, просто цветок. Ну, скажем так, среднего я о ней мнения. В принципе, миленько, забавно. Ну, управление заставит вас, в общем-то, потратить немножко нервов. Ну, а если у вас с нервами все в порядке, тогда и игра именно для вас. Вот, а я с вами прощаюсь. Мои тоже специальные санки – это вам. Вот, катайтесь на них. А я вас благодарю теперь уже по-русски. И нормально для тех, кто, может быть, что-нибудь недопонял. Вот, пойду отдыхать, разминать свою руку. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.